Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Здорово, здорово. Сейчас поприсоединяются. Ожидаем Горявчева, ебать. Здравствуйте, молодой человек. Ержан, вставай, блядь. Ебать, Муцураму включи, блядь. Ты чё, как сам? Я сейчас сдох, нахуй. Почему? С похмелья, что ли? Да, бухал вчера. Понятно. Я тоже, ебать, со всей дури. Ебало опухшее, нахуй. Там Илюха, короче, умер, ебать, я ему сейчас звонил. А, он на Night Novel был, да? С ним произошло... Да не, я про Иванова говорю, с ним произошла дребедь. Я, короче, этот... ты чё, ты где вообще сейчас? В Тюмени. Понятно. Это, ну давай я сейчас кого-нибудь другого еще в эфир добавлю, попиздим. Потом еще спишемся. Ага, давай, все, не умирай, братан. Давай, мир, давай. Мир ирландской диаспоре. Кто там у нас, ебать? Кто там? Вот этот молодой человек. Вон, Максимирон. А, блядь, нечаянно. Сейчас будем добавлять, общаться. Настолько вот нехуй делать, что просто пиздец. Я просто залипаю в одно ебало. Салют, Рамирес. Нихуя. Здорово, как? Красавчик, лучший альбом, братуха. От души, бро. Отвечаю, с АТЛом за шоу, с Бизи, блядь, вообще ты его лучше заебашил раза в три. Бля, у меня кореш висит на вас, понял? Мы с Харькова, блядь, тут частная секта, типы, мы сами читаем, блядь. Отвечаю, ну, я очень сильно рад, понял, что, блядь, я услышал таких ребят, как вы насильно мотивируете не бросать, не опускать руки, понял? Ну, потому что это очень, ну, блядь, как бы творчество ваше. Показывает то, что самые простые люди, самые простые пацаны могут что-то, чего-то добиться. Согласен. Бля, честно говоря, очень сильно рад. Я тебе просто начал писать. Прошлый раз ты выходил в эфир, вы играли на приставке, ты хавал мандарины, если ты проиграл. Нет, я хавал мандарины. Мой кореш хавал мандарины. Он проебал. А, ты выиграл? Ты выиграл, да? Да. Хорош, красавчик. Когда планируешь выпускать вообще, ну, тур? Будет по Украине? Будет в пределах Украины? Ну, я слышал, там вроде военное положение закончилось. И теперь вроде мужикам можно заезжать. Потому что до этого же нельзя было там что-то... Вот. Как бы военное положение от Night Lovell. Он же как бы собирается приезжать в Украину. Хотя у нас же военное положение. Это же уже, ну, считается...
за границей. Ну, нельзя ж, чтоб приезжали. Ну, ну короче, в июле вроде в Киеве фестиваль проходит, забыл, как называется. Очень крупный, вот. И я там буду выступать, только я не знаю, каким образом я там окажусь, как я проеду через границу, если хер его знает. Я просто не знаю о положении вещей вообще, что там изменилось, не изменилось, вот. Но если я проеду в Киев, то в любом случае я заеду и в остальные города, где я еще не был. Блин, а вот мне интересно, ты будешь выступать на батлах у Киевстонера в Киеве? На батлах? Нет, кроме Версуса нигде пока не буду выступать. А в этом году на Версусе ты не знаешь, кто у тебя? Ну, вообще будет, намечался Оби-Ван. Оби-Ван. Канок, да, вот этот. Да ты его разъебешь, ебать, братуха. Ну, блядь, да, наверное, просто да, мало что-то интересных чуваков. Хочется, блядь, только-только в эту игру влился и хочется как бы намного лучше себя проявить. Посильнее, согласен. Ну, я бы хотел бы увидеть, конечно, батл с Бизи, но, блядь. Ну, с Бизи это, понимаешь? Да нет, такой. Ты чё, у меня язык сломается. Ты чё, так ебашить, как он? Ты чё, не гони? Да у меня, ты, блядь, посмотри, как ты ебашишь. Вот этот трек, который вы сделали, честно, вот, ну... Не знаю, вот... ему это... Антохе это как-то легче дается, короче, не знаю. Не, но ну, равно, бля, Антоха такой... сколько в деле? Антоха же занимается с самого детства, он же пишет. У него, блядь, у него язык без костей, а у меня пару косточек там все равно присутствует. А Сидоджи? Ты с Сидоджи уже закрыл проект? Вы уже не пишете, ну, треки? Ну, нет, нет, вместе не пишем. Блин, хреново. Ну, у вас неплохой был дуэт, но, блядь, все же да, ты выбираешь. Да, охуенный был дуэт, конечно. Охуенная была команда. Вообще но пиздата. Андрюха... делает пока сольно музло. Это nice. Может, слышал? Не знаю, там. Бля, слышал, слышал. Но я же говорю, все равно ты вырос, пиздец. Вот именно. Начнем с Токсина, с трека, как он же называется, на котором вы хайпанули, вот этот... Джин Грей. Джин Грей, вот. Джин Грей, блядь, вообще пушка. Но по сравнению с этим, то, что сейчас ты выпустил альбом, это, блядь, просто... Ты, от души, ну, братья. Ладно, братик, я еще с кем-нибудь тогда пообщаюсь, да, время. Давай, если что, я сейчас, ну, репостну твой альбом, братуха. Ну, удачи. Давай, братик. Спасибо тебе тоже, здоровья. Спасибо большое. Так, кто там, блядь? Ну, давай. Мам. Пам-п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 ам. Пам-п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 ам. Вот это вот молодая, красивая. Иди сюда. Блять, я просто сейчас в чистом. Блять. Здорово. У меня сейчас просто остановится сердце. Блять. Ержан. А кто это? Пиздец, Ержан. Сережа, твою. Это Баста, ебать. Блять. Баста слышал, да. Корню, блять, это просто пиздец. Это, блять, а? Это вот, блять, вот. Сука, альбом, это просто. О! Слушай, а ты почему в халате? Вы кто? Вы санитары? Если бы ты понимал, насколько сильно я тебя обожаю. Это пиздец. Просто. Это, бля, спасибо, спасибо, очень приятно. Почему ты в халате? Почему в халатах? Потому что мы мед. Всем, я так понял, там одни девчонки, да, у вас, наверное? Да. Всем привет, девчата. Бля, у меня сейчас сердце становится просто, я не могу, просто вот это капец. Это так же. А у вас пара? Да. А чё вы разгильдяничаете? Где преподаватель? А просто препода нету, это просто мне повезло, что я препода, боже. Как же, блин. У меня просто нет слов. Блогерам вышли, тоже прибой, у нас такая же. Это такое, это просто, боже, я не могу. Я вчера просто подвисла, сутки слушала этот новый альбом. Я просто, это... Господи, это... Город, блин, я не знаю, Брянская область. Может, знаешь, может, нет. Город Брянская область, не знаю. Брянск, город знаю. Брянск?
Брянск, но там есть такой город Клинцы. Клинцы? Нет, не слышал. Ой, наверное, маленький очень город, да? Ну, Брянск такой, тоже не сильно крупный. Ага. Блин, я, наверное, к вам никогда не доеду с концертом. Господи, ну хотя бы в Брянск, может, там хоть как-нибудь. Если я приеду когда-нибудь в Брянск, то тебе так сделают лопотку. Тебе и твоим друзьям. Я тебе все расскажу. Можете бесплатно прийти на концерт. Ну или вообще в любой город страны можешь приехать бесплатно на концерт. Можешь в Москве, там, я не знаю, куда угодно. Боже. Мне кажется, это самый просто счастливый момент в моей жизни. Да ладно, будут еще моменты. Как я могу быть уверена, что у меня будет бесплатный билет? Когда тебе какой-нибудь молодой красавец будет делать предложение, вот будет самый счастливый момент. А ну это, конечно, это... Понятно. Ладно, девчат. Рад был вас видеть, послушать. Сейчас еще с кем-нибудь пообщаюсь. Учитесь хорошо. Спасибо от большое. От вас будут зависеть жизни людей. Не забывайте это. Пока. Па-па-па-па. Ну чё там? Так, кто еще? Давай посмотрим. Бар. Мне просто так нехуй делать. Я просто сижу дома один вообще. Мне нечего делать. Никита Лобода. Александр Курский. Давай, кто там? Кто? Ну вот, давай еще спросим. Типа, кто? С кем пообщаться, ребят? Давайте, выходите на связь. Давай, блядь, вот это, да? Кто там? Кто? Бам. Короче, рандомно, просто сразу. Давай. Какой-то вот никто. Кто там? Кто там? Ебать. Кого выбрать? Кого выбрать? Давай Архипелаг Скорби. Архипелаг Скорби, ебать. На ножах. Здорово, Крем. Как там? Нормально, вот на работу чешу. Ты в метро, что ли? Не, уже почти подхожу к работе. Понятно. Но вот сейчас в метро ехал, альбом новый слушал, прям энергии дает на весь день. Да, сука, грызет тебе, ебало, отгрызает. Это, слышишь? Да. Че говоришь? Кем работаешь? Половщиком, ну, в шмотках. А-а-а. Понятно. А ты с какого города? Не особо интересно. С Москвы, но сам из Череповца. Ага, понятно. Беглец, ну, провинции. Давай проходочку тебе, наверное, организуем, да, на следующий концерт. До октября доживешь? Конечно, доживу. Щипом. Спина-то не сломается, нормально все будет? Да нет, все норм. Понятно. Ну давай тогда я тебя добавлю и этот твоим друзьям там пятерым сделаем проходки на следующий концерт в Москве. Бля, вообще от души. Не знаю, хоть спасибо чем-то огромное. Тебя порадую сегодня, хоть кто-то тебя порадует, надеюсь, это тебя порадует. Это прям праздник, это какое-то волшебное утро просто. Вчера была волшебная ночь с альбомом, у всех, а сегодня волшебное утро. Ночь, блядь. Пиздец. Ну ладно, братик, рад был тебя все, видеть. Все, спасибо давай огромное, я тоже был рад тебя видеть. А давай, сейчас добавлю тебя. Давай. Давай. Так, на ножах. Блять, а как его? На ножах надо запомнить. Ага, окей. Так, хочу проходку. Так. Давай на меня. Давай. Здорово! У тебя... Ты чё? Васюнь, да ладно, Васюнь. Ты чё так вылупил? Серый, прикинь. Здорово. Рыжий он принял. Рэм, Вась со мной в эфире. Вайте, клянусь, Вась. Здорово. Да ну, как сам? Да ты чё, да блин? Ах.
Ты тоже... Ты на парах, что ли? Бомбу еще не отошел. Ты че кипишун, брат? Не хочешь побраскивать, сейчас тебя. Ну, как у тебя дела, Ран? Братан... Все хорошо, братан. Ран, это запись, короче, я не настоящий. Это клон, да? А? Какого города? Со всеми вещами. Со всеми вещами, сказал. Я просто, я тут с кабинета, меня тут с кабинета выгнали, короче. Понятно. Тебя как зовут? Меня Акоп зовут. Акоп? Да, да, да. Очень приятно. Ты с какого города? Приятно тоже. Орск, Орска. Ага, да, да, понятно. Да. Мелкий город в Оренбургской области. Понятно. На кого учишься? Я? Я учусь на теплотехнику. Теплотехник? Да, да, да. А на Пашу техника не учишься? Нет. Или на Пашу сантехника там? Не довелось еще. Понятно. У тебя такое имя брутальное. Ты кто по национальности? Армянин. Армянин? Ага, понятно. Да, да, да. Акоп, крутое имя. Я своего сына хочу Уран назвать. Он будет Уран Сергеевич. Типа как планета, да, такая ядерная? Да, да, да. Ядерная планета. Этот. Ну, короче... Блин, вообще. Если чё, если чё... Я доеду вдруг до Орска когда-нибудь. Давай я тебе... Да, да, жду, конечно. Сделаю бесплатные проходки на концерт тебе, твоим друзьям. Вот. Ебать, а какие да. там города есть? Рядом Оренбург. Орска. Оренбург, Оренбург. Большой город. Что-то связь... Что связь? Ага, я понял. Я тебя сейчас добавлю. И там спишемся. Ближайшие концерты будут там где-нибудь рядом в Орске. Проходки твоим друзьям. Вот, придете, потусуемся вместе. Блин, спасибо вообще. От души. Блин, твой альбом просто это разрыв. Просто разрыв. От души, брат. Ну все, давай, учись хорошо. Тепло, тепло. Давай, спасибо. Давай, братик, будем на связи. Здоровья тебе. Связь плохая. Милый закладчик. Почему милый закладчик? Почему здесь закладчик? Так, кто там еще? Бля, прикол, если бы. Та-та-та-та-та-та. Го, мы работу бросили, приготовились. Да, в Рязань. Ну давай, что вы там приготовились. На самом деле мог бы жрать нутеллу в прямом эфире. Но меня обламывает идти на кухню. Ждем. Серега, Валя. Серега, я не верю, не верю. Просто не верю. Я ждал, я тебе отвечаю, я тебе писал, бросаю. Бросаю работу, говорю, мы уже приготовились. У меня кореш сейчас спасал, убежал поссать, короче. Я ему говорю, ты проебешь, говорю, просто прямой эфир. Прикинь, я тебе просто отвечаю. Я с Рамиросом в прямом эфире, да ну нафиг. Че, как делитесь? Вот смотри, видишь, суши делаю, вот смотри. А-а-а, вы эти сушисты? Да, мы сушисты, да, я не верю. А в каком городе вы? Как у тебя дела? Да ништяк, с какого города? Город Новокузнецк. Ага, ага, знаю такой. Я так, тебе я говорил, вот... я тебе говорю, что ты приедешь в прямой эфир. Приезжай, короче, к нам, у нас очень много заводов. Самый грязный контент это у нас, потому что у нас очень грязно. Очень. Да, не попал я к тебе, короче. У меня руки трясутся, серьезно. Подожди, что-то не слышно. Короче, меня слышно? Если будет у нас концерт, я... Алло, алло, нормально? О, сейчас нормально, сейчас нормально. Слушайте, если у нас... Короче, этот, если у нас... Я, давай я тебя добавлю, или ты мне напиши, я не знаю просто сейчас, как отсюда тебя добавить. Я не знаю. Давай, вот. Давай, обязательно.
И я сделаю тебе проходки, проходки твоим пацанам, короче, на концерт. Вот, на концерте увидимся, пообщаемся. От души, просто от души. Я тебя накормлю, хочешь, тебе самые лучшие места покажу. Я тебя сам прокачу, будем качать под твои треки, под мою громкую машину. Я тебе отвечаю, будет все по высшему уровню. Ништяк, ништяк, круто. Но если, братик, ну это с учетом того, если время будет на самом деле, потому что, ну, если останусь там, не знаю, хоть на какое-то время, то будет круто. Потому что я могу сразу уехать, а времени может совсем и не быть. Да, поэтому... мы также, у нас царь приезжал, короче, это. Угу, мы тоже угу. Там с ним тусовались, короче, в свое время. Понятно. Слушай, а прикол, ладно, это, у тебя это батл будет с первым классом? Вот мне просто это интересно стало. Нет, они отказались, и что-то неинтересно им это. Не знаю, почему. Хотя... Ну, типа, не нуждаются они в этом, короче, я так понял. И в Россию вроде даже приезжать он не собирается, класс, как бы. Потому что хер вырос, на самом деле, на его треках. Потом я понял вот этот вот твой панч, и твои треки вообще просто разбивают. Я тебе так скажу. Твои треки, короче, качают общепит. Мы под твои треки просто разрываем любую запару. Общепит, блядь. Ну да, хули. Хотя бы общепит. Ладно. Не-не-не-не-не, я тебе серьезно говорю, жестко. Да не-не-не, я верю. У меня пацаны тоже поварами работают, на работе включают треки, колбасятся под них. Ну а почему-то все... Надо набить такую татуху, как у тебя, короче. Давай, я добавляюсь, короче, надеюсь, нет, не забудешь. Все, давай, Серега, давай, счастливо тебе, давай, удачи по жизни вообще. Да не, не забуду, братан. Все, давай. Кого-кого? Давай. Тебе тоже всего доброго, брат. Так, блядь. Теперь надо поорать, короче, немного. Стефан 186 Рус. Так, бам-бам-бам, прилетаю на Камчатку. Кто там есть? Давай посмотрим. Поглядим на это дерьмо. Кто это? Салам алейкум. Можно выйти? Пожалуйста. Спасибо. Серьезно? Как сама? Да что ты бись, вот, блядь, в Вартовске учусь, сука. А, ты с Нижневартовска? Гимназ... Конечно, гимназия 2, прогуливаю уроки. Плохая классно. Девочка, как, значит. Конечно, блин, не пошла на физру на первый, последний день учебы, капец. Какой последний? Чего последний день? Последний день учебы в четверти, капец. Сегодня? Да. Офигеть, блядь. Понятно. Вот теперь мне все будут завидовать, блин, капец. Теперь тебе я никто не поверит. Тебе никто не поверит. А вообще-то мне все поверят. Минута. Ладно. Капец. Как тебя зовут? У меня руки трясутся. Ангелина меня зовут. Мы с тобой виделись уже. Ты была на прошлом концерте нашем? Я не попала, блядь. Меня мать не пустила. Да, но мы с тобой виделись, короче, в Маке, я к тебе подходила с девочкой фоткаться. А, может быть. Но я не помню, наверное. Мы тебя много отмечали, людей, вроде. Так. Много людей. Ну, да, блин, всех не запомнишь, конечно. Это, ну, слушай, короче, давай тогда я тебя немного обрадую, если мы приедем в Вартовск, наверное... А зачем приезжать, ты тут живешь? А? Ты тут живешь. Ну, нет, я сейчас в Вартовске, но меня часто здесь не бывает. Я имею в виду, когда мы приедем с концертом и приедем как бы с этой командой, вот, я тебе сделаю проходку, ты придешь со своими друзьями, и вы отлично проведете время. Только в этот раз уже сделай так, чтобы мама тебя отпустила. Хорошо, сделаю. Все, это окей, будет. Ну, все, она, давай, она своя будет? Кто будет? Она своей будет? О, копыта нахуй. Так, кто там? С каким-то чуваком фотка. Братья, гоу в эфир.
А можно я? Давай, блядь, урод, иди сюда. Так, выйти к прямому эфиру с этим, блин. А это Рамзанчик, брат. Па! Конечно. Ну, спрятался, ушел. Салам алейкум. Валейкум салам, брат, как дела? Как ты, братан, как дела? Я круто, все, ты что, как? Чем занимаешься? Релизом, старик, да я только со студийки, понял, отскочил. За Жабраилом. Отписали вообще по жести, старик. Ты как делаешь? Так, а что, скините послушать? Да, конечно, с удовольствием. Шифруешь, да? Ты что, когда сюда? 26-го, короче, 27-го где-то так. Да? Я тебя жду. Что, как? Я сразу к вам приеду, конечно. Ага. Что, как с релизом? Настроение как? Да... Нормально, что я вот спрашиваю у людей, общаюсь с людьми, спрашиваю, кому какой трек больше понравился. Охуительный релиз был, шикарный, братан. Чё? Я тебя видел, сфоткался с тобой, помню еще. Да. Братик, мы еще много дел вместе. Обязательно. Давай, не буду отвлекаться. Мне кажется, слишком... разноплановый и злой альбом получился, потому что мнения неоднозначные, короче. Нет, вот. Старик, тем он интересен. Вот мы с Джаз сидели буквально позавчера, вот как он вышел, мы сели, короче, и понял, все с ним прочекали. Я добавил 5 треков даже, 5 треков в себе. И он получился, понял, и вот последний, который, выход, он вообще, типа, понял, полный за душу, по факту, как бы, смысл себе несет. Есть треки, которые разрывают, и на самом деле это лучше же, когда у тебя и туда, и туда, и как бы ну, во всех везде. Я так тоже считаю, ты так считаешь. Я так тоже считаю, да. Половина, наверное, слушателей хотели бы что-то однородное, типа, чтобы все треки, вот как, допустим, взять там Night Lowe какой-нибудь, пиздец, но у него просто, я вообще в ахуе. Один трек, блядь, как будто вот мы даже перематываем, короче, как будто один и тот же куплет читает под разные биты. Я просто этого не понимаю, я бы никогда так не сделал, типа. Даже у нас в России, там, допустим, много артистов, которые делают, ну, прям что-то похожее, каждый трек на друг друга, как бы, ну, похожий, я не знаю, не могу так делать. Но из-за того, что слишком разноплановое и разношерстно получается, люди немного, типа, ловят диссонанс. Если это качество... Если он может... Вот... Естественно, с этим тоже проблема. Не звучало, это все равно круто заходит. Я не знаю, мне лично вкатил, вот Джаб вкатил, вот мы с пацанами чекали, на очень сильно вкатило. Йоу, старик, подвисает. Что-то брать связь плохая. Да, подвисаешь немножко, ну ты же нижневартовский. Да, конечно, мы с тобой потом. Сейчас еще кого-то. Давай, пацанам привет передавай. Спасибо, что принял чат, брат. Прямой эфир. Тебе спасибо, братик. Давай, на связи будем. На связи. Давай, брат. Так, кто там? Погнали со мной, заебал, бам-бам. Остает звук, походу, Рам, давай со мной эфир расскажу, как в Узбекистане к тебе относятся, про концерт ЕКБ расскажу. В Узбекистане. Так, а чё все время Рэм? Так, пизда скучно в трансу. Пизда скучно. Да такая же хуйня, скучно, пиздец. Так, давай. Короче, давайте последнего сейчас. Кто хочет там, не знаю, там, что-нибудь спросить, я не знаю. Рэм, давай. Александр Эдисон. Пожалуйста, я, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, раз уж пожалуйста, то окей. Пожалуйста, я. Где-то там, блядь, не теряйся. Сука, не могу попасть. Попасть не могу. Короче, факт 13, я не могу с тобой выйти в прямой эфир, потому что ты почему-то какой-то недоступный. Так, кто там еще? Есть вопросы? Александр, бам-бам-бам, рапист. Короче, бам. Ага, я кое-кого увидел. Сука, не лагай. Пожалуйста, меня. Да тоже не могу, почему такая хуйня? Вы просите добавить, а я вас почему-то не могу добавить.
удается присоединиться. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Савелий. Или кто там? Ну давай, погнали. Савинтик. Бля, охуеть, я в эфире. Здорово, ебать! Бля, такой шок вообще. Бля, нет, короче, привет. Привет, привет. Я жесть как рад, всем передаю привет. Короче, у меня два вопроса. Вот ты делал в этом году два концерта, да? Ну, сделаешь. Почему в этом году два концерта? 27 концертов вообще-то. Бля, забей. Короче, я живу в Екатеринбурге. Вот, я проебал два твоих концерта. Мне сейчас 17 лет, я во Франции по обменам на год. Вот, и этот альбом я послушал. Ну, я согласен, то, что он такой немного неоднозначный. Вот, и последний трек, это не означает то, что ты, типа, поменяешь свой стиль полностью, нет? Это, ну, просто ты записал так или, ну, выход, типа? А, я понял, что ты говоришь. Нет, просто, типа, в следующий раз постараюсь сделать что-то более как раз, ну, не концептуальное, а более однородное, более приятное на слух, потому что не всем заходят такие треки, ну, прям настолько с такой агрессивной читкой, с таким агрессивным битлом, поэтому хотелось бы, да, что-то мягкое, под что можно, например, поспать, например, не знаю, или потрахаться. Пока что под эти треки можно только бить ебальники, короче, я не знаю. Ну, мне кажется, только так пока. Да, ну, вообще, ну, мне, вот я обожаю твои треки, которые, вот я тебя слушаю, когда реально я слушал тебя всегда, это вот когда Джин Грей вышел, я там вообще пиздец, как всякие там пандемониумы, вот это все. Клинчи, и типа тренируюсь всегда только под тебя. Мне понравилось 5 треков. Один трек, как ты раньше делал, по-моему, третий по счету. Я не знаю название. Я понял. Вот, там типа... Па-па-пам, вот. Потом... Ну, короче, 5 треков. Там еще под понравился. Вот. Ну, да нет, заебись альбом. Классно. Вот. Вообще обожаю там мужик. Я понял. А, вот. А ты в каком городе, Вахан? Да, я на юге, 40 тысяч, он небольшой, в Олесе. Ну, он, типа, незнакомый, рядом с Марселем, вот. Да, вообще, тут, короче, встретил недавно пацана, короче, ну, мы не можем, да, говорить чурку. Ага, но пацан, короче, типа, с Казахстана приехал сюда. Он жил в Ницце, мы что-то поговорили, он такой, да тут вообще никто не пиздится, типа, забивов нет. Я такой, блядь, чё нахуй? Типа, ну, типа, в Ницце. Забивы жесткие. Привет из Франции. Ну, ты вроде бы как бы на первый взгляд, мне кажется, умным пацаном. Тебе-то зачем это надо? Нахуй тебе эти забивы? Да не, но все равно культура так, культура интересна. Интересно, ебальник свой просерить или потом инвалидом? Не, ну прикинь, вот я сейчас могу сказать, что вот встретил пацана, который там ебальники бьет из Ниццы. Ну, типа, пацана, который из России, из Казахстана, там рядом, вот, бьет ебальники. Еще вопрос хотел спросить, что вообще, что дальше будешь делать? Ну, как вообще, просто импровизация или разъеб? Какие планы, альбомы? Планы на будущее? Ну, да. Ну, в планах, ну, вот сейчас клип снимем на под, на трек под. Fits Dope D.O.D., если знаешь такую группу. Вот. И что, ну, концерты, а потом дальше посмотрим. Может, еще какой-нибудь альбом запилю. Ну, у меня есть уже в планах, в мыслях есть, короче, задумка. Я думаю, интересно получится. Ну, классно. Ну, ты вот... еще же, ты будешь же концерты потом еще давать по разъебу? По Джин Греям, по пандемониумам? Бля, связь пропала. Да старые треки не очень люблю читать, они меня заебывают просто. Старые треки, говорю, не люблю, меня заебывают. Просто, ну, прям пиздец, короче, вообще, типа, этот. Потому что столько раз их читал, мне это уже, блядь, раздражает.
давай, удачи тебе. Может, когда-нибудь... Давай, спасибо огромное. Ну, я приеду еще не скоро, вот. Ну, крутой ты чувак, я очень рад тут вообще поговорить с тобой. Ты класс. Тоже клевый, ты тоже ровный тип. Давай, береги вот, себя. Давай, мы... На забиву не езди. Давай, брат, на концерт. Став дымоний, бля. Так. Так, кто там есть? Есть какие-нибудь скейтбордисты? Анонисты? Есть анонисты? Есть? Заебался ждать уже, бро. Гоу сюда. Фиты с Бизи еще будут пиздец. Четкий звук. Гоу поболтаем. Рэм, пожалуйста, добавь эфир. Валера, пот ебаный. Погнали в Смол, в Смоленск. Ага, я понял. Почему звук меняется с ранее выложенных треков? Звук меняется, потому что мы альбом записывали на охуенной студии. Качество улучшилось. И впредь оно будет таким. И еще даже лучше. Так. Ну все, короче, наверное, последний заход делаем. Кого-нибудь сейчас добавим. Нахуй надо, блядь, брат, ну ебать, я игрок в игры. Ульяновск ждет. Давай, разыфи баллы. Короче, пацаны двух слов связать не смог. Да, МКБ, лол. Короче, мистер Сергей, заканчивайте, ебать. Ты заканчивай там, ебать, сидишь, пасешь. Ну, короче, ладно, ребят. С кем поговорил? Рад был с вами пообщаться. Спасибо, что уделили время. Хоть немного скоротал время одиночества. Вот, пойду жрать нутеллу, короче. И ебашить фифу. И, не знаю, ебашить людей. И ебашить, не знаю, в Counter-Strike или в спортзал, нахуй. Или в солярии, или, блядь, не знаю, куда-нибудь. В футбол пойду побегаю. Всем спасибо. Увидимся с вами на концертах. Где-нибудь еще. Всем мир.